В нашем городе запущен сайт интернет-телеканала «Харьков ТВ», посвященный харьковскому телевидению и его зрителям. Здесь вы найдете новые программы и передачи прошлых лет, в том числе еще со времен самого начала первого негосударственного ТВ. Именно наш город подарил Украине и всему бывшему Советскому Союзу альтернативное телевидение. Эти программы любили харьковчане. И теперь их можно посмотреть снова на сайте, причем в режиме прямой трансляции телевизионного канала. Создатель интернет-телеканала «Харьков ТВ», известный телеведущий и медиа-менеджер Игорь Жуков. На сайте, кроме онлайн-трансляций, вы найдете много интересной, эксклюзивной и уникальной информации из истории харьковского телевидения и людей, которые его делали. Здесь собрана золотая коллекция телевизионных программ 1990-2000-х годов, документальных фильмов студии харьковского телевидения 60-70-х годов. Зрители увидят Харьков из хроникальных кадров черно-белого кино и первых цветных съемок и современных видеотехнологий в цифровом качестве. «Харьков ТВ» покажет неизвестные подробности из жизни в родном городе, известных на весь мир харьковчан. Также на сайте размещены статьи и интервью с популярными ведущими харьковского и общенационального ТВ, которые родом из нашего города. В альбомах с фотографиями из ТВ-истории и не только найдете фото на память с рабочих моментов съемок, то, что осталось за кадром популярных харьковских телепередач. На сайте «Харьков ТВ» мы вспоминаем наших коллег, которые, к сожалению, сейчас нет с нами, но они навсегда останутся в нашей памяти такими, какими мы их помним на экранах. Сергей Коротков, Сергей Сэр Щелканцев, Александр Голубчик, Сергей Розанов, Олег Голубничий, Владимир Марков, Борис Ланевский, Константин Дубровский и многие другие. Познакомитесь вы на «Харьков ТВ» и с другими гранями таланта медийщиков. На сайте отведен специальный раздел поэзии и прозы пера харьковских телевизионщиков. Вы узнаете мнения, рассуждения и мысли известных людей на тему, нужен ли Харькову свой общенациональный, а может быть даже и всемирный телеканал для харьковчан, живущих не только в Харькове, но и в Украине, а также по всему миру. Нашим интернет-телеканалом «Харьков ТВ» мы показываем, что наш город достоин всеукраинского, а может быть даже и всемирного телеканала, ведь харьковчане живут в разных уголках нашей планеты. И «Харьков ТВ» – это телеканал для тех, кто любит Харьков и не представляет себя без информации о любимом городе.